Работники ГСЧС провели проверку спасательных постов на территории Акимовского, Приморского и Приазовского районов области. Для предоставления помощи отдыхающим в критической ситуации в области созданы 4 спасательных поста аварийно-спасательного отряда специального назначения с круглогодичным циклом работы. 2 из которых расположены в ПГТ «Кирилловка», а также по одному в городе Приморск и ПГТ «Приазовская». Общая численность личного состава спасательных подразделений – 20 человек, на вооружении которых находится 5 плавсредств, 6 спецавтомобилей, а также 4 комплекта водолазного снаряжения. Свою актуальность и необходимость спасательные посты смогли доказать уже на выходных. Так, 7 июня в Кирилловке на расстоянии 1,5 километра от берега перевернулась надувная лодка. В воде оказались 2 людей. Спасатели на катере добрались до пострадавших и доставили их на берег. На следующий день во время прогулки на водном мотоцикле из строя вышел двигатель. Спасатели доставили на берег 3 мужчин. Все спасенные от оказания медицинской помощи отказались.